Всем привет! Сегодня у меня будет простая перевалка вот такой вот пеларгонии. Она у меня цвела все лето, и я ее решила пересадить в больший горшок под осень, в зиму. Вот эти вот цветоносы я уберу. И просто пересажу вот в такой широкий горшок. Увеличив ей объем и питание, соответственно. Маленько нужно корни освободить от грунта, пошевелить, чтобы они в новом объеме хорошо распустились. Так. Засыпаем свежим грунтом. Такая быстрая перевалочка у меня получилась с увеличением объема. Через недельку, как она после посадки постоит, примется, я ее подстригу, и она будет готова к зимовке. Как горшочек подходит к ее зелени. Всем спасибо за помощь. Всем спасибо за просмотры. Всем спасибо за лайки. Пока-пока. Всем привет. Продолжение следует. Прошло 2 недели. Я буду стричь пеларгонию, которую пересаживала больший горшок. Пенечки оставляем 2-3 сантиметра. Этот подстриженный был летом, с него пошел побег, его трогать не буду. Это в сторону. Еще у меня есть вот такая герань. Я ее весной пересаживала. Она у меня так и не зацвела. Я ее тоже подстригу. Вот она была стриженная, 2 побега пошло. Если подстригу вот тут внизу, также пойдет 2 побега с пенька. Я хочу подстричь каждый побег, чтобы из каждого побега пошло еще по 2 веточки, чтобы она была еще пышней. Запах. Так. Вот это новая веточка, ее тоже подстрижем. Ну и это также.
так в сторону. Это идет на укоренение. Еще у меня есть вот такой задохлик. Я ее хочу сегодня пересадить в чуть больше горшок. Ну, разница небольшая, но обновить ей грунт хочу. Дренаж. Дренаж прикроем грунтом. Освободим растение. Тут сколько много дренажа, пол горшка. И посадим в новый грунт. Корневая какая хорошая. Эту малышку я стричь не буду. Пусть растет дальше. Весной, если разрастется, посмотрим. Вытянется. Может, боковые даст сама. Посмотрим на ее поведение. Так, теперь я займусь черенками. Прежде чем поставить черенки на укоренение, я их готовлю. Я обрезаю нижние листики. Оставляю листики. Только точки роста. Вот такой черенок пойдет у меня на укоренение. И так со всеми. Тут три я оставила. Каждый индивидуален. Этот маленький, тут два получилось. Такой запах вкусный стоит. Так, тут три получается. И у королевской. Так, у королевской вот такая развилка. Так, плохо видно, да, от зелени. Так просто смахнем на пол, потом уберу. Вот какой череночек. Из него можно сделать два, я сделаю. Вот хороший какой, с развилочкой. Так, а может быть из одного еще два сделаю? Я вот так сделаю. Вот так. И вот этот отдельный будет черенок. У этих убираю нижние листики. Большие. Вот такой черенок получился. Так, маленькие в сторону. И тут такая красота. Тут уже боковой самостоятельный. Вполне длинненький, чтобы можно его было укоренить. Так.
Теперь еще один. Нет, это вернее макушка, точка роста. Вот тут отрежу. Удаляем нижние. И промежуточный тоже укореню. Старый, одревесневевший. Часть ствола я уберу. И удалю нижние большие листики. Вот такой черенок получился у меня промежуточный. Ой, тут еще есть цветунья моя. Так, тут две точки, одна маленькая. Я ее убираю. Вот такой маленький черенок. Я его не буду укоренять. Не вижу смысла. От нее и так много черенков. Так, дальше смотрим еще один хороший черенок. Тут тоже. Ой, тут три точки роста. Ну ладно, этот не буду кромсать. Этот поставлю так, посмотрим, укоренится или нет. Ради эксперимента. Вот такой один пушистый поставлю. Хочу я поставить их в воду на этот раз. Воду. Простой стаканчик. И в тепло под цвет. И будем ждать корней. Теперь всем спасибо за просмотр, за лайки. За внимание. Всем красивых цветочков, цветущих и пушистых. Пока-пока!